Следующая новость. В последнее время многие модницы по всему миру носят часы не на запястье, как мы привыкли, а на шее. Некоторые выбирают приобрести сразу готовые, такой вот чокер. Другие с помощью ленты привязывают себе часы сами. Вот смотрите, как вам такое. Ну, это как украшение, да. Это как украшение. Или это вешают для партнера, для любовника, для кого? Чтобы время не перепутал. Чтобы время не перепутал, или делу время показывает, что ваше время истекло. Ну, что, очень своеобразно. Чтобы вас убедить финально, покажу вам вот последние новые съемки Рианы. Она вот в таких уже, значит, это... О, это мужские часы. Это мужские часы. Тоже на шее вместе с бусами. Но она сама довольно крупная. Крупные губы, крупные черты лица, крупный нос, крупные скулы. И ей нужны крупные украшения. Вот, Риана. Женщинам с мелкими чертами лица. Мелкое все нужно, да, мелкие бусинки, да, все мелкое, аккуратное. А с крупными чертами лица нужно все крупное, иначе мелкое все потеряется. Полностью согласна, поэтому мне нужны часы, как у Фейва Флейва. Помните этот человек, который ходил вот с такими вот будильниками? Нет.